Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Dead by Daylight. Мертв от дневного света, ребятки, вот такая вот у нас очередная выживалка, но это не простая выживалка, ребятки, это у нас выживалка в стиле хоррор. Вышла она, конечно же, сегодня, 14 числа, но для вас получается это вчера, потому что видео выйдет завтра, так что, ребятки, так, извиняюсь. Так что давайте посмотрим, что же нам игрушка покажет. Так, это выживалка в стиле хоррор, я уже говорил. И мы здесь можем играть в качестве за, то есть за киллера, то есть за маньяка. И можем играть вот за этих вот парней, ребятки, вот за раз, два, три, четыре парня, короче, четыре игрока. Тут есть группа типа туристов, группа, да, туристов, которые просто отдыхают, у них тут костерчик туда-сюда, как бы пикничок, они там шашлычок там жарят, наверное. И появляется из ниоткуда какой-то страшный маньяк вот с таким вот мачете. С такой мачете. Так, давайте. Куда нам? Давайте нажмем на Be a Survivor. Мы сейчас хотим играть за выживальщика, то есть за выжившего. Вот у нас такой вот персонаж есть. Можно его, конечно же, кастомизировать, всякую хрень с ним делать. Можно выбрать вот такого вот очкастого. Можно выбрать вот такую вот девушку с косичками. Можно выбрать черненькую без косичек. И можно выбрать еще одного парня вот в таком вроде стиле. Что-то из одежды можно менять, но не совсем много. Вот такие вот вещи у него есть. Но это не самое главное, ребятки. Это вообще как бы не важно, потому что это нам не поможет. Помогут нам айтемы, которые нам даются при прокачке, но у нас ничего нет. Я только одну катку прошел, чтобы проверить, что да как, идет ли игра вообще работать, не работает. Все у нас вроде работает. И можно поиграть за маньяка. Вот за такого вот маньяка, за страшного такого. Можно вот такого вот выбрать, что дает просто как бы скин, но по идее и маньяк другой. Да, не только скин, тут и маньяк. Да, полностью другой человек, ребятки, смотрите, и третий человек, ну, как человек, это вообще монстры какие-то, даже не монстры, но, ну, реально маньяки, ребятки, маньяки. Так что за маньяка сейчас работать, играть не будем, ребята, будем играть за обычного туриста, который просто потерялся в лесу, или просто там жарил шашлычок, и к ним подошел маньяк. Давайте нажмем на Join Lobby, нажимаем на присоединиться. Так, failed, нам пишут failed, тут много раз так может быть, так что надо будет нажать 2-3 раза, и Join Lobby у нас сработает. Вот, сразу и сработал, да. Нажимаем на Ready, как бы мы сейчас готовы. Блин, было 4 человека, 3 человека, со мной было 4 уже, и что-то они куда-то пропали. Что они пропали? Куда ушли? Так, ребятки, ждем тогда других. Вот, waiting for two more victims. Ждем, короче, еще двух жертв. Давай, девушка, стой здесь и не дергайся. Сейчас еще один кто-то присоединится. Так, это уже другая уже присоединяется. И ждем, короче, четвертого. Вот и четвертый человек, который подошел к нам. И через 3 секунды мы начинаем, ребятки. Надо просто... Просто надо не сдаваться, то есть к нам подойдет маньяк. Если он близко от нас будет, мы услышим его сердцебиение. Если он далеко будет, мы... страшные такие звуки, прям как в страшилках. Так что, ребятки, сейчас посмотрим, сейчас увидите все как есть. И мы начинаем, ребята, что здесь у нас такое? Rotten Fields. Это у нас какие-то поля. Какие-то поля здесь у нас, да? Так, я что-то тут еще не был. Так. Так, ребятки, погнали. Что-то тут маленько еще поднастроил. И давайте посмотрим, где же наши. Тут есть, короче, 5 генераторов. Их надо включить, ребята. 5 генераторов. Их надо реально отремонтировать и включить. У нас... Есть такой вот режим стелс, чтобы нас никто не видел и не слышал. Эти вот генераторы, тут можно зашкириться,
Тут можно, кстати, зашкириться, чего я сейчас делать не буду. Но сейчас найдем какой-то генератор и будем его чинить. Вот они. Вот они, генераторы, которые надо чинить. Нажимаем на починку мышкой. И когда будет определенная там подсказка, мы должны будем нажать Space. Именно в эту точку, где... Ай-яй-яй-яй-яй, все, это плохо. Вот в этот момент нас услышит маньяк. Если мы еще раз зафейлимся, блин... Ой, там кто-то уже включил один генератор, ребятки, из... Да, включил, было 5 генераторов, сейчас стало 4. Ой, кто-то упал. Ай-яй-яй-яй, второй раз, ребятки. Ребятки, не судите строго, я играю второй раз в этой игре. Так что в эту игру и погнали. Все, 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 все. Побежали. Побежали. Побежали отсюда. Потому что маньяк уже знает. Он уже в курсе, где мы. Он реально знает. Кого-то убили, вот там вдалеке видно. Офигеть, кого-то реально убили. Одного из нас убили, ребята. Блин, иду к этому генератору, значит. Потому что, блин, этот маньяк, он совсем в другой стороне, так что... Есть время. Давай. Чиним. Чиним, чиним. Блин, я... Это другая карта или не другая карта? Потому что первая карта вроде была по-другому. Так, давай, давай, два цилиндра работают. Нам нужно 4. Так, есть. Отлично. Главное еще услышать сердцебиение маньяка. Блин, ребятки, очень напряженная игра. Я первую катку когда поиграл, мы вроде там проиграли, но... О, кто-то еще один генератор включил. Отлично. Шикарно. Мы сейчас включим сейчас еще третий. Ай, твою мать. Тихо, 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 тихо. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем, сейчас заработает. Блин, еще раз, и нас просто-напросто убьют. Это наш... О, есть, помог парнишка. Есть, включили. Остался еще один генератор, ребятки. О, бежим, бежим, бежим. Красная полоска, нас могут спалить сейчас. Ребята, бежим, бежим, бежим. Ищем еще один генератор. Пятый генератор. Нам нужен пятый генератор, его надо включить. Потому что, если мы включим... Где-то здесь... Где-то здесь. Если мы включим все генераторы, главное сейчас не зафейлиться, то у нас включится свет, плюс-минус что-то типа света, и откроется ворота. О, понял. Побежали, 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 побежали. Что за звук? Ай-яй-яй, за нами бегут, за нами бежит чертов маньяк. Ой, тихо, тихо, тихо. Ай, собака. Тихо, 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 убегаем. Куда убежать? Не знаю, куда бежать. Просто прямо. Но прям по идее нельзя. Нет, не хочу. Куда не хочу? В кусты. Тихо, тихо, не, 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 не бей меня, не бей меня. Я хороший, я хороший. Маньяк, твою мать. Иди сюда. Собака, офигеть. Можно нажать мышку. Нифига не помогает. Вообще нифига не помогает. Офигеть. На АД, АД, АД. Нажимаем АД, АД. Потом опять АД, АД. Ну что-то не, не... О, ну... И нас посадили на крючок. Я пытаюсь сейчас выбраться. Не работает, не помогает. Ай-яй-яй. Вот такая вот кровожадная, ребятки. Кровожадная игрушка. Кровожадная. И нас убили. Очень жестко. Очень жестко, ребятки. И нас куда-то забирают наверх. Нас реально забирают наверх. Получается, ребятки, что мы проиграли. Ну, мой парнишка как бы умер. Я не справился. С первым генератором, конечно же, у меня были проблемы. Но можно было это сделать полегче. Ну, не то, что полегче, но быстрее, ребятки. Если бы мы включили все 5 генераторов, там у нас был бы шанс открыть ворота и выйти отсюда. Но... Такова судьба. Так, что нам дали? Нам дали какие-то поинцы. И вот наше место в команде. Не знаю, это есть ли место или нет. Ну, третье место получается в команде. Тут один парень вообще умер. И вроде так. Давайте попробуем еще раз, ребятки. Давайте... Что-то апгрейдить можно? Даже. Что-то можно апгрейдить. Сейчас посмотрим, что нам дадут. Апгрейдить.
Так, что у нас есть? У нас есть какие-то поинты или что, я не понял? 6888 поинтов, ребята. Тут можно что-то апгрейдить, но я сейчас не буду это делать, потому что я пока еще не знаю, что да как. Давайте еще раз за выжившего поиграем и посмотрим, может сейчас у нас получится что-то сделать. Так, я готов, ребятки. Я готов, нажимаю на готов. И давайте еще. Ну, жми на готов, сейчас. Блин, ушла девушка. Была-то не девушка. Давайте напишем push, допустим, push ready, да? Push ready. Ну, если кто-то там зайдет, я нажму сразу вот так на push ready. Нажимай push ready, елки-палки, будет сразу старт. Старт игры. Ну, уходит. Все, ждем, значит, четвертого. Минус в этой игре, ребятки, большой минус, это в том, что строго 4 человека. Нужно, чтобы было 4 выживших и один маньяк. Допустим, мы сейчас ждем, допустим, я не знаю, уже там минуту или 2 минуты уже ждем, чтобы кто-то к нам присоединился и играл с нами. Нас сейчас трое, один маньяк как бы должен быть уже. И вот появляется здесь у нас четвертый игрок появляется, смотрит, что осталась целая минута, ему что-то не нравится и выходит из лобби. Это большой минус. То есть нельзя, вообще нельзя как бы так, чтобы просто 3 человека зашли, сразу зашли бы в лобби, поиграли и все. Нет, нужно 4, без этого вообще никак. Так что, ребятки, ждем дальше. Наконец-то, все 4 вроде, но вот парнишка вот левела 1 не нажимает на ready. Я ему сейчас напишу. Наконец-то, написал, то есть не написал, а нажал на ready. И мы начинаем следующий, так сказать, раунд, ребятки. Что у нас тут за карта будет? О, какие-то ништяки, signed, что-то там это вот появилось и пропало. Так, ждем загрузку. И начинается Torment Creek какой-то. Ух ты, это вообще другая карта. Это получается уже третья карта за сегодня, ребята. Третья карта, 4 игрока, 5 генераторов. Мы должны все найти. Все, мы, нас, короче, четверо. И мы должны найти все генераторы и включить их. Реально нужно включить эти генераторы. Без этого, блин, вот эти вот ворон этот. О, кто-то там. Понял, понял, где-то там уже враг, то есть где-то там у нас этот маньяк. Маньяк там, бензопила там была слышна, да? Так, ворона, сиди, не дергайся. Кто-то чинит, сейчас поможем. Или поможем, или зафейлим. Так, давайте, 2 цилиндра работают. Два цилиндра уже работают, половина дела сделана. Это будет быстро, по идее. Это будет очень быстро, если мы плохо, ничего плохого не сделаем. Убегаем. Ай, кого-то поймали. Кого-то поймали, ребята, кого-то поймали. Так, идем дальше. Но куда идти, блин? Там было... Где-где-где? Вижу, повесил его. Офигеть, на крючок. Офигеть, блин, шкафчик тут есть. Я бы... Ой. Ой. Еще кого-то, что ли? Ёлки-палки. О, может помочь? Помочь, помочь можем. Сейчас, секунду. Дай помогу. Давай. Есть, помогаем. Отлично, сняли парня. Сняли... Твою мать. Беги. Сняли парня с крючка. Шикарно. Здесь можем чинить дальше. Я знаю, он близко, маньяк близко, но я могу чинить дальше, потому что, блин, моторчик этот рядышком. Так, работаем. Там красная точка, вижу справа. Опять кого-то повесили. Офигеть, одного убили, короче. Одного из нас убили, и его забирают. Забирают сверху. Есть, один, первый мой генератор. Это первый мой генератор, которого я запустил. Офигеть. Отлично, убегаю. Убегаю, ищем другой, ищем следующий. Следующий, ребята. Так, кто-то уже тут что-то делает. Сейчас поможем. Дай помогу. Вот так.
Сейчас быстренько все сделаем. Оп, есть, попал, отлично. Space надо нажать именно в тот промежуток времени, когда стрелочка попадает на белую точку. Так, блин, опять сзади этот. Да беги ты, елки-палки. А, маньяк сзади, ребятки. Напряженная, по идее, игра и очень жесткая, потому что если тебя тут убьют... Ой. Где? Вижу, маньяк. Вижу, он прошел прямо. Прошел перед нами. Офигеть, не дергаюсь, не двигаюсь. Есть. Он прошел мимо. Тут можно зашкириться, смотрите. Опля. Вот так вот. Заходим в шкафчик. И нас никто не видит. Все, сижу здесь. Офигеть. Слышу сердцебиение маньяка, но не вижу его. Я пока его не вижу. Ребята, где он? Где он? Выходить пока не буду. Но я не заметил, чтобы они... Эти вот ребята, которые за маньяка играют. Не заметил, чтобы они шкафы открывали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, близко где-то. Где он? Вот он, вижу. Собака шкафы ищет. Ай-яй-яй-яй-яй. Только не открывай. Ушел. Могу открыть, надеюсь, не услышит. Есть, отлично, убегаю. Тут генератор где-то. Где-то генератор. Давай, работай. Чиним, ребятки. Блин, ну эта катка будет хорошенькая, потому что смотрю... Ну как хорошая. Одного убили. Но главное, нас пока что еще не заметили. Главное, нас не заметили. Не надеюсь. Убегаю. Все, понял. Понял. Короче, все. Нас заметили 100%. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не бей, не режешь. Нет, тихо. Не надо. Блин, как же убежать от него? Как от этого дебила убежать, блин? Тихо. Куда, блин? Направо, налево. Офигеть. Все. Ай, собака, блин. Офигеть. Я аж испугался, ребят. Так, что делать-то? Так, АД, нажимаем, АД, нажимаем. Потом нажимаем на... Ну давай, спасайся. Давай, спасайся еще раз. Поднимайся. Да блин, какого хрена? Страгл. Нажимаю на спейс. Много. Очень много раз нажимаю. Держимся, чтобы нас не пробили. Офигеть, прям в горло сейчас. Залезет. Тихо, вот эта хрень. Блин, елки-палки. Еще чаще, еще быстрее. Давай. Блин, но... так я понял, это все дело делается только если... То есть, для того, чтобы кто-то нам помог. Нифига, короче, не помогло нам. Ребята, второй раз мой персонаж сдох. И инопланетяне, или хер его знает кто там, черная сила забирает нашу душу. Что ж, друзья, вот такая вот игрушка, новенькая игрушка появилась. Я уже сказал, она появилась 14 числа. Если вам игра понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И если хотите продолжение, ну как продолжение, еще, не знаю, там поиграть там с кем-то или поиграть за маньяка, ребятки, то пишите в комменты, поиграй так или по-другому. Ну а с вами был Кентавр, я надеюсь, вам все дело как бы сегодня понравилось. Кстати, давайте посмотрим, что нам дали. О, второе место. О, кстати, у парня было-то 7000 очков, но он, к сожалению, умер. Вроде, да? Вроде умер, если он на последнем месте, и плюс к этому он... у него красная эта вот полоска. Но мы оказались на втором месте. Неплохо. Хотя, по-любому, труп. Что ж, такова судьба, ребята. Так что, ребята, с вами прощаюсь. Всем удачи, берегите себя и своих близких. И увидимся в следующем видео. О, присоединился четвертый.
Всем пока.